В горсуде рассмотрено гражданское дело о лишении родительских прав. Истец – управление образования. Ответчица – жительница Узбекистана. Как нам сообщил помощник прокурора Ксения Душкова, пока женщину лишь ограничили в родительских правах. Напомним, молодая мама проводила мусульманский обряд кровопускания и чуть не погубила своего новорожденного ребенка. Мальчик сейчас находится в социальной палате. По данному факту также возбуждено уголовное дело – причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.